не случилось бы с моей родной станцией то же, что произошло тут. Вот все, о чем я мог думать. В этом кошмаре я нежданно встретил нового спутника. Дядя, дядя, вставай, нас всех съедят! Пожалуйста, вставай! Проснись, пойдем к маме! Ты говорил, что отведешь меня к ней, но ты же обещал! Уходи, отстань от меня! Мама сказала мне не подходить к незнакомым! Вставай, дядя, тебе больно! Он не просыпается. Он умер, да? Умер! Как я теперь пойду домой? Ты отведешь меня? Я тебя не знаю, но если я останусь тут, меня съедят. У тебя есть автомат? Ну ладно, тогда я с тобой пойду. Так и быть. А ты будешь из него стрелять по монстрам? Ну ладно, меня зовут Саша. А давай ты будешь стрелять, а я буду смотреть, чтоб сзади не напали. Но как же я оставлю тут дядю? Я к нему в гости пришел. Он меня хотел домой отвезти, но монстры напали. Они на него как напрыгнут, он стал стрелять. Но большой упырь его в шею укусил. Но мой дядя очень сильный, он его ножом убил. Ты не такой сильный, как дядя. Придется тебе помогать, а то нас всех съедят. Но там есть патрончики в шкафу. Вот в этом. Я знаю про шкафы с патрончиками, потому что мой папа – разведчик. Надо открывать те, на которых цифры. У меня тоже ружье есть. Оно в тайнике лежит. Я вырасту и достану. Но ты можешь взять пострелять. Ой-ой, смотри, там дырка. Тут нельзя гранаты кидать. Мама сказала, что тут потолок фигово держится. Вон он, еще один. Никогда столько монстров не видел. Наши дозорные их раньше всегда убивали. Это что? Кажется, провод.
уже уходим со станции? Круто! Я раньше никогда в туннели не ходил. Мама сказала, там страшно и дети пропадают навсегда. Мама сказала, если дети уходят в туннели, мутанты их ловят и едят их мозги. И дети тогда тоже становятся мутантами и гоняются за другими детьми. Это правда? Ух ты! А что это там такое наверху? Дядя мне показывал одну картинку. Небо! Нет, небо! Это небо, да? Это как раскрашенный потолок. Я буду знаменитым! Я небо видел! Думаешь, мы сможем попасть на небо? Постой! Я не хочу наверх к небу! Не урони меня! Мальчик, опустите меня! Мой Сашенька там остался! Мой брат пообещал привезти его назад! Почему? Почему я дура такая? Почему сама за своим сыночком своим не пошла? Зачем я отпустила? Мама! Мамочка! Это моя мама! Пойдем, она меня ищет! Отпусти, пусти меня к ней! Саша, Сашенька, живой! Саша, здоровый? А где дядя? Как ты сюда попал? Дядя умер, мам. Меня этот человек принес на плечах. Я ему помогал монстров убивать. Мам, я небо видел. Спасибо, брат. Ты даже не представляешь, как много значит этот мальчишка. Без его отца нам бы не прожить. Если бы он потерял сына, его бы это убило. И нас всех заодно. Спасибо. Господи, бедный Сережа. Спасибо вам. Спасибо, вы моего сыночка спасли. Мне вам нечем отплатить. Возьмите хоть патроны. Черная станция не так далеко отсюда. Беда в том, что туннель этот ведет не в ту сторону. Так что идти тебе придется поверху. Осторожнее. У нас тут объявились новые монстры. Фашистами называются. Они устроили себе укреппозицию в разрушенном здании прямо у выхода на поверхность. На площади есть подземный переход. Оттуда можно попасть на черную станцию. Ребята выпустят тебя наверх. Удачи тебе, охотник. Хороший выбор. Пули. Специальные антикризисные пули. Условия. Купи автомат и улучши свое экономическое положение. Вообще-то твоя пушка получше будет. Нет, ну если ты настаиваешь, конечно, давай. Многие вместо бритвы покупают. Вообще-то твоя пушка... Ну и фиг с тобой. Мужики, да вы с ума сошли!